Так, ну вот, хочу вам показать вид из окна. Это вот бассейн, отель GMTR Garden, Паттайя, Таиланд. Тут мы находимся на втором этаже. Вот такие номера. То есть я вам покажу сейчас два разных номера. Но вот тут по просьбе, в общем, двигает кровать. Вот это все для одной девочки сделали. Вот такой номер. В принципе, все есть. Чайничек, вот холодильничек. Тут видно, что нету сейфа. Дают водичку каждый день. Две штуки, вот такая вода. Что еще, какое отличие именно в этом номере? Есть в номерах вот именно ванны. Вот здесь конкретно ванна. Вот такие раковины. Вот. Это у нас один номер. Ну, мы приехали небольшой компанией. Тут вот у нас сразу противоположно. Вот вам другой номер. Вот другой номер. В принципе, тоже все то же самое. Ну, здесь кровати. Вот так вот. Это нам на двоих. Там я показывал, это сделали на одного человека. В чем здесь разница? Вот это была одна сторона GMTR Garden, а это вот другая. Вот может попасться и вот такой вид. Ну, меня, честно говоря, это не сильно волнует, но вот вдруг кого-то, то вот так вот, вот тут прямо за забором. Вот тут у нас кондиционеры. Живут тайцы. Вот. Живут, не знаю, что это за трущобы какие-то. Зато у них там машины хорошие. Вот машины у них хорошие. Вот так вот. Сейчас покажу вам ванну, вариант этой ванны. Вот тут разница в том, что здесь вот душевая кабинка. Вот, то есть если в том была ванна, здесь душевая кабинка. Тоже довольно-таки удобно. Ну, также вот полочки, умывальник. Вот. Ну, далее номера я вам показал. Мы уходим непосредственно вниз. Вот коридорчики. Туда, обратно. Вот. Это вот у нас был второй этаж. Лифты. Давайте проедемся в лифте. Вот он, наш лифт приехал. Такой лифт. Меню. Ну, это то, что вот у них можно в сервисе заказать. Цены в банах. То есть 120 бат, это где-то наших 240 рублей. Услуги. Ну, выходим. Вот мы на первом этаже. Тут ресепшн, новые гости. Там тоже всякий туалет. О, персонал. О, Раша. О, ребята все классные, улыбчивые, персонал хороший. Вот такой вот первый этаж. Часики. О, время. Москва. Гонконг. Бангкок. Были в Бангкоке. Очень красивая столица Таиланда. А это вот у них король. Сколько я не ошибаюсь, пятый. Кинг пятый у них. То есть очень любят его. Этого. Вот. Все дружелюбные. Сейчас пойду. Выходим из отеля. Вот у них отельские машинки такие, как для гольфа. Здесь мы, кстати, полотенце получаем. Когда идем в бассейн, расписываемся. Собственно, идем в бассейн. Вот там вот буквально 50 метров перейти дорогу
там уже море. Сиамский залив. Вот бассейн. Тут вот снимаем. Обувь, кто хочет, сюда. Я вот здесь пока оставлю. Сейчас народу нет. Недавно самолет, кстати, приземлился. Вот бассейн. Такой вот. Тут вот сидят. О, водичку вам покажу. Довольно-таки хороший бассейн. Чисто здесь преимущество, кстати, отдыхают европейцы. Ну, скандинавы тоже есть. Ну, европейцев много. То есть, а эти люди любят очень хорошие бассейны. Бассейн действительно хороший. Всегда вот чистый, без хлорки. Вот, то есть, вот, блин, не придраться. Это такие вот шезлонги, столики. Вот окрестности бассейна. Вот. Сейчас вот вам покажу еще ребят, хорошие ребята. Вот тут ребятки. Хорошо. Вот, ребята вот тут сидят. То есть классные, классные парни. Вот такие. Здесь они продают пиво, ром, все что угодно сделали, любой коктейль, все сделали, айс, бир, все круто. Вот, идем дальше, тут такой небольшой островок, тут вот, для удобства, вот это вот туалет такой. Сейчас давайте зайдем даже в туалет, уж показывать так все полностью. Это вот при бассейне. Ну, туалет довольно-таки тоже все культурно. Вот тут душевая кабинка. Тут можно душ принять. Точно так же там можно принять душ и на улице. Тоже покажу. Вот такой островочек тут у них. Мостик. Довольно-таки хороший большой бассейн. Тут как-то разок попали на нашествие китайцев. Ну, кто путешествует, тот прекрасно знает, китайцев всегда толпой и очень много. И, то есть вот здесь было просто тьма. Но тем не менее поместились. Это вот гостиница. Вот такая гостиница восьмиэтажная. Вот, я вам как раз из первого номера показывал вид. Как это выглядит из номера. Вот такой бассейн. То есть вот мы, прежде чем лететь, мы тоже смотрели, естественно, гостиницы. Хотели именно первая линия. Это первая линия. Ну, как я вам говорю, тут буквально 50 метров и все, и уже залив. То есть хочешь бассейн, хочешь море. Это все на любителя. Ну, кто знает, море довольно-таки соленое, много не покупаешься. Вот. А тут душевая. Вот. Вот на улице можно тоже вот и два душика принять. Ну, кстати, иностранцы отдыхают. Вот дедок постоянно ром местный пьет. Любит он его. Все обожает. Вот, даже сейчас у него там на столике стоит. Вот. Отдыхают люди на пенсии. Ну, довольно-таки неплохо. Хорошая пенсия, видимо. Так, вот там вот также идет все еще территория отеля вот за заборчиком. С той стороны там уже заканчивается, не знаю, чья-то вилла, походу. Вот так смотрим. Пойдемте дальше. Зайдем, покажу вам, где проводятся завтраки. Довольно-таки неплохо проводятся завтраки. Завтраки я бы... Ну, как бы шведский, да, стол. Но морепродуктов здесь нету. А отель 4 звезды. Буквально в том году... Да, вот. Наверное, перед зимой, перед Новым годом, точнее. Они 4-ю звезду себе заслужили.
были на троечке. Вот это все территория отеля. Вот спа прямо. То есть, если хочешь, тут и вот фитнес вижу. Я сам сюда не ходил, я ходил к массажистам другим. К нормальным. Обычный тайский массаж. Вот тачечки у них. Это все в территории отеля идет. Сейчас вам покажу, где проводятся здесь завтраки. Вот. Заходить прямо не буду туда, ну так. Увидите. Очень много мотоциклистов. Байки прям тут. Дофига. Вот это вот. Здесь проводятся завтраки. Для посетителей Джампье Гарден. Довольно большая зона, нету проблем с местами, то есть не сталкивался никогда с тем, что это некуда сесть или еще что-то в этом роде. Здесь вот детская зона, то есть детки могут играть, вот какие-то лазилки для детей. А, ну, это вот Будда, я так понимаю. Вот. Ну, вот смотрите сами, я вот подошел к дороге. Вот буквально дорогу я переходить не буду. Все. Вот там уже море. То есть, видите, наверное, вот я увеличу. Вот посмотрите, все. Там уже идет море. Набережная. Ночью очень красиво все это светится. Вот фонари. Завтраки. Вот так вот выглядит. Ну, на втором этаже я не знаю, не бывал. Ну, на первом. В всяком случае, все время. Вот вывеска отеля. С дороги, если смотреть. Джампье Гарден. Вот какая-то вилла. Ну, я вот вам показывал, через когда был на бассейне, что там еще чья-то вилла. Ну, может, для особо богатых людей. Вот тайцы. Приветливый персонал. Всегда улыбаются. Всегда-всегда. О, вот хорошая. Она мне пиво носила постоянно. Хорошая девочка. Ну, на отдыхе. Пивко попить. Вот такие у них тачки. В основном, кстати, вот любят они вот такие машины. Вот смотрите, какая крутая. То есть машины у них. Они могут, кстати, вот жить, хрен пойми, где. Но машина у него будет хорошая. То есть вот там дальше такая зона. Тут играет бильярд. Ну, я преимущественно приехал с подругами, с девчонками, с женой и с подругой жены. Так что в бильярд мы не играли. Но вот здесь иногда бывает. Ребята играют в бильярд. Собираются. Это вот охрана, пост охраны. То есть территория охраняемая. С этим все в порядке. Вот тут ресторан. Ну, он, я так понимаю, работает под заказ. Под заказ, то есть... Не в таком прям открытом доступе. Но какие-то тут банкеты я видел проводили. Опять же китайцы. Вот. Вот. Наименование отеля. Тут кругом в основном у них вот. Сами видите, какая природа. Красиво. Ну, в общем, ребята, вот так вот выглядит отель. Паттайя. Джампье Гарден. А кто также в поисках, прежде чем поехать, делает какие-то, ну, выводы по отелям. Обзоры смотрят.
То есть вот для вас небольшой обзор. Когда я смотрел конкретно вот за этот отель, я не очень много видел по обзорам. Ну, я думаю, вот в этот раз я вам чуть-чуть больше показал, чем остальные. Ну, кому понравилось, колокольчики, подписывайтесь. Всем добра, приятного отпуска!